Резиденции топовых групп, ребята, отличаются. Взять несколько, ну, таких, скажем, групп из топов за все время. Их параметры и стройку вы можете наблюдать сами, конечно. Но вкратце давайте я вам объясню. Смотрите, Crazy Jokers очень быстро хотят получить бонусы. В дальнейшем, предположительно, будут рушить здания и строить новые. Странные. Тоже сейчас, смотрите, берут одним бонусом, вот взяли его по максимуму. Все, на остальных пока забили. То есть тоже ждут. Сейчас будут строить этажи выше, а пока будут хавать эти бонусы. Короли топа. Выстроились для примера несколько, ну, несколько зданий. Но вот они молодцы, уже видите, на шестом здании поставили. То есть хорошо, то есть они будут сейчас вверх идти, а эти здания нижние будут также разрушать и переносить, скорее всего, выше. Доза Спиноза. Резиденция у них очень интересная. То есть, смотрите, они два первых этажа совсем не стали ничем забивать, а более выше, то есть пошли и начали строить. Тоже начали более-менее адекватные здания строить только на пятом уровне. Дальше, Бумеранг. Тоже они не стали выбирать много различных зданий, а усиливают именно один бонус. То есть, видите, они добрались до пятого уровня, то есть выше у них пока ничего нету. То есть сейчас они будут достраивать шестые уровни, то есть вот здесь вверх, и будут, соответственно, подниматься. Лучше всех я, конечно, считаю, что поступил Love to Dance. Они не стали заморачиваться и просто подняли, видите, этажи вверх до шестого. На шестом этаже, видите, открыли полностью этаж, то есть, ну, как нужно, имею в виду. И на нем добавили бонус, который хотели. Он дал неплохой результат. Если вам интересно, можете посмотреть мое первое видео по резиденциям. Там скажет, какой бонус будет. Ну, и в отличие от наших противников, мы на NeoFunky делаем все веселее. Что и я вам советую. Там есть самые дешевые здания за 1000 кирпичей. Ребята, они тоже приносят бонус. Ставьте их внизу, вот здесь вот. Пусть они приносят бонус. И самые хорошие здания оставляйте наверх. В зависимости от того, что у вас будет в группе. Если зоопарк, то зоопарк. Если оранжерея, то оранжерея. Кинотеатр и так далее. Ну а давайте сейчас к обновлению, ребята. После краткого обзора резиденции, ребята, привет-привет, с вами Лига Music Wars. Наконец-то после майских праздников, большой кучи подарков, мы дождались все-таки гостей с Востока. И как и предрекалось, эта пауза у нас до нашей любимой пятилетней акции. Будет много плюшек, всяких вкусностей, ребята, копите звезды. Давайте сейчас быстренько по гостям с Востока пройдемся. Подарки, наверное, что-нибудь простенькое. Да, 30-дневный Осирис, да, у нас. Максимизатор, прикольная вещь. И нашему, получается, робо-диджею добавили 19 уровень. Можно будет посмотреть. Выкачайте максимизатор, ребята, до первого уровня. И можете глянуть, что это за интересная вещь. Новая. Надо на него обзорчик сделать. В петах. Кто хочет обзор, ставим лайки. Так, у нас еще интересная вещь. Такое у нас вот питомец здесь есть. Вот Дракула наша. Вот. Если будет интересно, его в максимизатор засуньте и посмотрите, у него появится очень интересный бонус, о котором еще не написано. Это будет у вас подарком на день Хэллоуина, на 30 октября, как раз после пятилетней акции Music Wars. По резиденции, ребята, я уже вам все более-менее адекватно рассказал, там все понятно. Мы, видите, дальше продолжаем строиться. С этого мы со всего бонусы качаем. Но
Сейчас мы ведем вопрос по поводу уменьшения состава. Вот смотрите, у нас есть 30 человек, но мы не можем себе позволить, чтобы на нас теперь часто нападали. Теперь желательно, чтобы в войнах вот таких вещей у нас не было. Поэтому мы будем уменьшать состав, и всем для сохранения резиденции это советую. Потоп и пожар, которые вы видели, часто случаются уже в резиденции, надеюсь, вы столкнулись уже с этим, они выпадают хаотично. Пока точно я не понял как, но предположительно из-за выполнения вот этих заданий. То есть, если вы не выполняете вот эти задания, то происходит потоп или пожар. Но это еще не точно. Надо будет смотреть и анализировать. В ближайшее время у нас вроде ничего такого не было. Как вы знаете, что любой потоп или поломка или пожар сводится к разрушению какого-то из зданий. Запомните, чем больше у вас стоит зданий, тем меньше шанс, что оно заденет дорогое здание. Если у вас все дорогие здания стоят, то вы будете раскошеливаться по 10% от количества, на которое вы потратили на его стройку. Стройте в пустых местах, на первых этажах, желательно дешевые здания. Это защитит ваши нормальные здания от потопов и пожаров. Играйте в Music Wars правильно, ребята. Счастливо, ставим лайки, ждем новое видео. Или лучше меня вообще отпускайте в отпуск, я хочу на море. Счастливо. А у меня отпуск.